Юр, сегодня такой интересный момент был. Забил вроде как гол, и вроде на тебя его засчитали. Бил, причем совершенно какой-то непонятный в угла. По-моему, хуже положение на площадке не бывает, чтобы бросить ее столько со своей зоны, да? А потом гол отдали Артемию Панарину, а тебе... Отдали ему гол? Да. В принципе, ничего страшного. Вроде как, ну, он не подставлял, но я не знаю, как объяснить. А вообще, как пришла такая идея про сет? Потому что, опять повторяюсь, угол очень неудобный, мало кому пришла бы эта голова. Чего еще делать? Там шайбу поймал, просто бросил на удачу и... То есть это было не прицельно? Нет. Залетело и залетело? Конечно. Вопрос, наверное, как самому жесткому защитнику нашей сборной вообще. Вы же, наверное, знаете, то, что, ну, как все специалисты говорят, что вот сборная WCL, это жесткий канадский хоккей, вас будут бить. Прислушивались к этому мнению или вышли и так? Конечно. Было все равно, да? Ничего страшного, терпишь. Ну просто там, так вот. Все бьешь сам. Во многом благодаря вашей игре показалось, что канадцы ни в чем не превосходят нашу сборную в физическом формате. То есть вы так пару раз их хорошо приложили, что даже было непонятно, откуда такие мнения могут взяться у специалистов. Потому что вот жесткие канадцы. Вот вышел Юра Мурчук. Стараемся. Работаем над этим. Зачем уступать им в каких-то непонятных моментах? Такой силовой хоккей, это, можно сказать, ваша кредо или как? Да, просто получается, это нормально. Ну, не боюсь просто и все. Как бы иду и, ну, иногда промазываю, да, от тренера получаю. Но когда попадаю, то очень хорошо получается. Вот эта сборная WCL, вот сегодня как бы предположим, многие заметили, то, что канадцы практически, у них не получалось пролезть на пятак. Согласны с этим мнением? Как-то они все больше вдоль бортов ютили где-то там. Ну да, они больше просто заезжали за красный, там забрасывали и доили за воротами, закругление. А так они как-то не очень лезут. Ну и как, на ваш взгляд, эта сборная интереснее тех, с которыми вы играли именно по хоккею? Чем какие? Эти канадские сборные? Не, ну вот и сборная WCL по сравнению со сборной Онтарио, со сборной Квебека. Вот со сборной Квебека, вот первая игра была интересная, конечно, мы ее проиграли. Потому что, ну, дорога сказала очень сильно. Но там вот гораздо жестче они играли. Они, можно сказать, не прощали. Били и били. Вообще сегодня, если сравнить вас первый матч со сборной Онтарио, да, у вас тоже похожая ситуация, согласитесь. У вас опять переезд, новая команда, вы их не знаете, они вас уже просматривали. Новые тренеры, как бы другая лига, не все немножко по-другому. Ну как, ну мы. Нам дали установку, тренер, как бы серию нужно выиграть в любом случае. Ну, мы вышли, но начали очень плохо, 0-3. Потом подсобрались, чуть-чуть зацепились, до 2-3 стало. Потом что-то опять случилось, и в итоге опять разница в 3 была, 3-6. Ну, и нам сказали, доставайте любым образом. И вот... А откуда вообще, анализируя последний матч наших молодежных сборных на различных турнирах, вообще не похоже, чтобы наши взяли, куда как раз 0-3 отыгрались, взяли 4-6 отыгрались. Откуда у вас это взялось? Я не знаю, как объяснить. Не объяснил. Просто другой тренер, другая команда. Здесь совсем другое не отношение, а атмосфера в команде совсем вообще вот хорошая. Когда второй раз отыгрывали 3-6, очень быстро заколошматили им 3 шайбы. Это эмоции. Вам вообще не показалось, что канадцы вас несколько раз даже испугались? А я не сказал бы. Нет? Они все равно давили. Продолжали. Ну ничего, все нормально. Скажи, пожалуйста, вот вы установили рекорд, ни одной сборной, 8 лет проходит турнир, вы установили рекорд, одержали 3 победы. Как вы вообще себя чувствуете? Потому что вот достаточно большое достижение. Чувствуем очень себя хорошо. Завтра выиграем еще одну и вообще будет классно. Выиграем серию. Ну все, на этом у меня больше вопросов нет. Большое спасибо.